secondes. Jean-Louis Schlesser qui va un petit peu diriger la manœuvre. Moi, je vais peut-être descendre le podium parce que ça va être Et donc c'est le premier retour à monter sur le podium et l'ami fois l'Africa Eco Race qui est le recordman des victoires. Mais Vassiliev compte bien rejoindre Jean-Louis Schlesser au palmarès, on l'espère. En tout cas, Constantin, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Теперь пару слов из воспоминаний. Значит, в одной из наших африканских поездок, это, по-моему, был 10-й год, я уже точно не помню. О, наши мотогоны поехали. Вот, мы, значит, ехали в Африку, как водится, на старых Нивах. И у нас была такая лохматая Нива, что колеса на ней шипованные, по-моему, стоили дороже, чем сама машина. А шипы в Европе запрещены, вы же это знаете. Праздновали мы Новый год вот где-то километрах в 5 отсюда, от Монако. Ну, так получилось. Я как сейчас помню, мы утром с Меншенином вышли, такие с лазерманами, такие все сонные, и начали выковыривать эти шипы. Когда мы едем по нашей стране, то для автомобиля жизненно необходимы шипы. Когда мы приезжаем в Европу, то выясняем, что законодательство этих стран шипы просто-напросто запрещает. Итак, вот на фоне римского акведука бывшего мы
расшиповываем наши автомобили. Каждый год в какой-нибудь европейской стране с нами происходят предновогодние приключения. В 2010-м Нива преподнесла ну просто новогодний подарок. 1 января на подъезде к Испании закончился передний привод. В принципе, можно было ехать и так, но на полном как-то спокойнее, ведь впереди пустыня. И вот в Испании произошло новогоднее чудо. В маленьком городке Альмерия на единственной разборке, где всего-то 30 машин, нашлась старая Нива. 180 евро и полдня работы в гараже у простого испанского механика по имени Хуан, и Нива вновь полноприводна. Хуан оказался не просто механиком, а тореадором на пенсии. Он не без гордости показал нам красную бычью тряпку, которая оказалась розовенькой, многочисленные раны на своем теле и мастер-класс.